Константин Затулин известен своей деятельностью по защите прав русского и русскоязычного населения в странах ближнего зарубежья. К нему нередко обращаются с просьбами о содействии в разрешении неурядиц, возникающих при получении российского гражданства. Меня интересует наше второе письмо. Работает приемная депутата и над несколькими историями, получившими широкую огласку. Так рассказать о новых поворотах в своем деле пришел сочинец Ваграм Мелконян, о злоключениях которого не раз писали городские и краевые СМИ. Он и его семья остались на улице после того, как некие предприимчивые граждане через суды отняли у них дом, купленный в ипотеку у банка. Причем к моменту вынесения судом решения ипотека была почти полностью погашена. А против самого Мелконяна Следственный комитет возбудил уголовное дело за сопротивление, поскольку в ходе выселения между ним и судебными приставами произошла потасовка. Это дикость, и это дикость на всех этапах, во всех судебных инстанциях, просто через элементарное, так сказать, невнимание, нежелание углубиться или какие-то иные причины, просто повторяется из раза в раз. И в результате семья находится под открытым небом, ну, находит себе пристанище у родственников и так далее. Это раньше не было бы возможно. Мне приходится обращаться в прокуратуру, генеральную прокуратуру, Следственный комитет. Я, собственно, этим и занят все время. Странности и в другом деле, над которым работает Затулин. За одагом Исчай судится с местным пенсионером Михаилом Учадзе, добиваясь сноса его дома, построенного на земельном участке, который само же общество ему некогда и выделило. Необоснованность претензий к пенсионеру подтвердила экспертиза, назначенная судом. Однако на одном из недавних заседаний суд проигнорировал результаты этой экспертизы, которую, к слову, сам же и назначил. За его спиной, не говоря, ему об этом не сообщая, этот участок почему-то переписывают по-другому кадастровой принадлежности. И потом фирма «Рога и копыта», а в данном случае по-иному называть фирму «Дагам из чая» уже не могу, это никакой не «Дагам из чая», это на самом деле риэлторская контора, она продает землю. Такое впечатление, как будто бы не зная о том, что на земле стоит дом, в этом доме живут люди. Ну вот как крепостных продавали. Эти и другие вопросы находятся на постоянном контроле депутата. Об этапах их решения сочинцев будут информировать через городские СМИ. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.